Всем привет! Мое очередное видео с поездки по Америке. Сейчас я добрался до города Монреаль. Хотел бы рассказать о последних двух днях, то есть последних двух местах, в которых я был. Значит, выехал я из Джексона рано с утра. И дорога моя лежала, в общем-то, я мог поехать двумя способами. Мог поехать через Канаду и мог поехать через большую часть поездки через Америку, а дальше завернуть и заехать в Торонто. Я выбрал езду по Америке, потому что цены на бензин ниже. И вообще, мне в Америке больше нравится кататься, нежели чем в Канаде. Значит, что касается поездки. Проездка прошла отлично. Границу я пересек вообще без проблем. После этого началась Канада. И Канада меня встретила довольно проливным дождем. То есть весь день на небе висели тучи, но я все-таки надеялся проскочить, но не проскочил. Вот. Заехал, когда начался просто жуткий дождь, я съехал с трассы, заехал под какой-то навес, постоял там, переждал самый ливень, но понимал, что время уже было позднее, что-то там около 8 часов, и я понимал, что мне надо продолжать ехать, собрался и поехал дальше. Значит, всю дорогу была жуткая пробка из-за дождя, все ехали медленно. Я, в общем-то, тоже особо никуда не гнал. Порадовало объявление на электронном табло. Не знаю, может, оно всегда висит, может, оно висело в связи с дождем. Там дословного перевода не помню. В общем, приблизительный перевод. Будьте осторожны, на дороге мотоциклисты, дайте им место, скажем так. Вот, меня это улыбнуло. Не спеша я доехал до Торонто. Конечно, когда я заехал в Торонто, я просто был в полном шоке. То есть это была уже глубокий вечер, скажем так. Весь город горел огнями. Из скоростное шоссе, оно проходит не внизу, оно проходит как бы на мосту. Поэтому видно частично город. Город из себя представлял какое-то такое космическое подобие. Вот, какого-то космического города абсолютно. Телевизионная башня их, знаменитая CN Tower, очень красиво подсвечена и выглядит просто великолепно. К сожалению, остановиться и сфотографировать это я все не мог, потому что я был на скоростной трассе. И дождик так, он практически прекратился, но там везде молнии были и так далее. Я с небольшим превышением скорости, в общем, гнал как мог, для того, чтобы не промокнуть еще сильнее. Кроме того, по городу я так понял, что мой друг живет в самом центре Торонто. Так и оказалось, и без навигатора, ну никак просто. А навигатор, соответственно, не защищен от воды, то есть это мой обычный телефон. Поэтому мне хотелось проскочить как можно скорее до дождя. Заехал я в город, то есть съехал я с трассы. Заехал в город, и началось просто что-то жуткое. Я был в дождевике. Климат здесь такой, как он называется, по-моему, субтропический. То есть и жарко, и дождик. В общем, постепенно пошел дождь. Это была, если я не ошибаюсь, пятница. И там еще какие-то у них праздники были. В общем, все вышли гулять. И, естественно, трафик был жуткий. То есть я даже не ехал там 20 км в час. Я там передвигался с черепашьей скоростью. То есть пешеходы меня обгоняли. Я был мокрый и снаружи, потому что поливал до этого дождь, и внутри, потому что мне было дико жарко, но я ничего не мог сделать. В общем, спустя где-то, наверное, полчаса такого мучения, там, передвижения еле-еле,
я добрался до того места, где, по идее, должен был быть дом. И вот там буквально за несколько минут до того, как я до тут доехал, начал накрапывать дождик. Потом он превратился просто в ливень. Вот, я, значит, у меня вещи на мотоцикле. Некоторые там спальник, палатка. Не хотелось, чтобы это все намокло. И, значит, второй момент. Парковок вообще нигде нет. А еще одно замечание по поводу этого города, по крайней мере, в тот день. Первое, что у меня родилось, это ассоциация. Если вы видели фильм «Бегущий по лезвию», когда там небоскребы, какие-то маленькие магазинчики, в общем, такой бардак, куча народу, немного грязно. И, ну, в общем, вот если вы видели «Бегущий по лезвию», вот именно Торонто, можно сказать, что если бы снимали в Торонто, то они бы не ошиблись. Потому что именно такое впечатление оставляет о себе город. То есть, с одной стороны, какие-то космические здания, с другой стороны, нигде нет парковок. Куча людей, куча машин и так далее. Все куда-то идут, все куда-то бегут. Не нашел я парковку, очень боялся парковаться там, где попало, там, на тротуаре и так далее, потому что канадцы, они очень жесткие с законом, то есть там запарковался на пешеходном переходе или еще там где-то дырку нашел и, в общем, сразу получил штраф. Или от частника, или, соответственно, от государства. Поэтому я совершенно случайно заехал на платную парковку. Парковка стоила $4.5 за полчаса. Выбежал, начал искать, где находится, собственно, дом, то есть точный адрес моего друга. Оббегал, номера совершенно идут вообще непонятным абсолютно образом. Оббегал три здания для того, чтобы найти вообще то здание, где он живет. Когда я его нашел, в общем, мы с ним встретились, все, я выкатил байк, заплатил за эти полчаса $4.5. Дальше была цена вообще какая-то космическая, там чуть ли не под 15-20, что-то такое. Ну, то есть, получается, как будто я там целый день стоял. После этого мы начали судорожно искать парковку, потому что парковок вообще там нигде не было, центр города. Везде стоят плакаты, парковки запрещены, парковки там только с такого времени по такое-то, это в лучшем случае, и даже если такие плакаты есть, вся парковка забита просто битком. Либо парковки платные. Ну, в общем, друг сказал, что ничего страшного, сейчас мы там поищем и найдем место, где ночная парковка, то есть определенные часы, можно парковаться, ну и постараемся приткнуть мой мотоцикл. Искали мы ее не очень долго, нашли где-то метрах в 100-200 от того места, где он живет. Поставил я мотоцикл и все. Ну, в общем, у меня настроение, вообще я был очень уставший от того, что я заехал в Торонто. В первый раз за всю поездку у меня разболелась голова. Ну, в общем, когда я там скинул с себя все мокрые вещи, переоделся, искупался, то стало полегче. Выпил пиво. И, собственно, на этом день закончился. На следующий день мы пошли гулять по Торонто. В общем, мнение мое насчет города не изменилось. То есть, это очень странная архитектура, которая там стоит здание 17 века, стоит какая-то лачуга, и рядом с ней стоит небоскреб. Фотографии я сегодня постараюсь выложить Торонто, и вы сами в этом убедитесь, посмотрев на фотографии. Значит, я отдыхал один день, на следующий день я собрался и поехал к своему другу в Монреаль. Дорога, я выехал очень рано. Что касается парковки. Парковка оказалась таки да, платная, и таки да, мы не совсем правильно прочитали вывеску, точнее, мы ее вообще не прочитали правильно, то есть нам казалось, что там нашли какое-то место вообще, которое такое, возле какой-то стройки, нам казалось, что там ставить мотоцикл нельзя в рабочие дни, там, в определенные часы, но оказалось, что ставить можно, но при этом парковка платная. Вот, это обнаружилось, собственно, на следующий день днем. На машины, которые
у которых, скажем так, не нашли талончика, у них было под дворниками поставлены штрафы. У меня штрафа не стояло. То есть вообще не было никакой бумажки. Возможно, потому что номера калифорнийские, ну не знаю, в общем, бумажки у меня не было. Поэтому даже штраф, собственно, платить некуда было. И, значит, я с утра продолжил, в 6 часов я выехал, в 6-7 поехал в Монреаль. Монреаль мне гораздо... То есть вся дорога была отличная, скоростное шоссе. Виды меня не очень впечатлили, потому что это был в основном лес с двух сторон. То есть ничего, к сожалению, особенного не было. А Монреаль очень приятный город. Мне он сразу как-то приглянулся. Когда едешь по скоростному шоссе, еще не видишь всех высоток и всего центра города. То есть тут здания в основном маленькие, 2-3 этажа. Когда я заехал, начался небольшой трафик. Но, в общем, я как-то быстро разрулился. Водят довольно беспредельно. То есть мне было немножко тяжело, потому что сам беспредельничать я, конечно, могу на дороге беспредельничать. Но беспредельничать я не хотел. Ехал по правилам, медленно, осторожно. Потому что все-таки чужая страна, и совсем не хочется лишиться прав. И приехал я по адресу, нашел я друга, остановился у него. И, в общем-то, все отлично. На следующий день мы поехали на велосипедах кататься по Монреалю. Город мне очень понравился. Есть фотографии, причем очень много, с велосипеда, с разных мест. Можете посмотреть. На Пикассе, в моем блоге есть ссылка. Вот, значит, я попытался узнать. Дальше по пути у меня, к сожалению, никаких ни знакомых, ни родственников, ни друзей не было. То есть, что касается городов типа Бостон, Нью-Йорк и далее почти что до Майами, ни у кого никаких знакомых у меня нету. Я попытался поискать людей, на нескольких форумах оставил объявление о том, что если кто-то может меня принять на один день. Я очень хотел, по плану я хотел в Нью-Йорке задержаться на сутки. Вот, и днем покататься, взять велосипед в прокат там или еще как-то, и покататься по городу или просто походить. Но, видимо, не судьба, придется мне объехать Нью-Йорк стороной. Вот, в следующий раз без мотоцикла как-нибудь посмотрю его, ничего страшного. Ну и мой путь сейчас пролегает в сторону Майами. Посмотрим, как это будет проходить. Завтра канадско-американская граница, точнее американская. Вот, надеюсь, что все пройдет гладко. Всем спасибо, пока.